И сегодня Одесскую юрокадемию посетил замминистра юстиции Украины Денис Чернышов. Высокопоставленный чиновник ответил на вопросы студентов и преподавателей вуза, а также встретился с президентом университета Сергеем Киваловым. Подробности визита в нашем сюжете. Замминистра юстиции Денис Чернышов и глава территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк посетили юридическую академию и встретились с президентом университета Сергеем Киваловым. Участники встречи обсудили текущие проблемы юридической отрасли в стране и отечественной системы образования, а также договорились углублять сотрудничество в дальнейшем, ведь от такой коммуникации выигрывают все – и вуз, и его студенты, и госструктуры, которые комплектуются качественными молодыми специалистами. Як з юракадемією, так і з керівництвом, і безпосередньо Сергієм Васильовичем Киваловим склалися дуже дружні, дуже такі, я вам скажу, ґрунтовні стосунки в плані розуміння підготовки кадрів, розуміння викликів сьогодення. Юракадемії дуже так повезло з президентом. Чому? Тому що от ми поспілкувалися з приводу даже оснащення гуртожитків, що ставляться там ці сонячні колектори. Тобто сама академія, вона рухається ж з поштовху керівника. В цю чергу я можу подякувати Сергію Васильовичу за те, що він надає таких студентів нам, тому що юридична академія у нас, можу сказати, що за сьогодні, на сьогоднішній день вже було проведено 9 конкурсів різні посади управління Головного територіального управління юстиції. З них 60 конкурсантів пройшли і призначені на посади в Головне територіальне управління юстиції і в райони. Ось вам і показник того, що таке освіта, яка отримується в юридичній академії. Проект «Социальный лифт» – наиболее интересующий студентов вопрос на встрече с заместителем министра юстиции Денисом Чернышовым. Инициатива касается возможности молодых людей с соответствующим образованием получить достойную работу в органах государственной власти, причем на абсолютно прозрачной основе, без связей и теневых финансовых затрат. Студенти можуть проходити практику вже під час навчання і таким чином пройти певні ланки в міністерствах, в структурних підрозділах, відбирати також, наприклад, фахівців в юридичній сфері вже з дипломом бакалавра, які можуть вже піти на роботу, вже маючи диплом бакалавра. По итогам встречи студенты получили важную информацию как для общего развития, так и для профессионального опыта. А самое главное, узнали перспективы дальнейшего трудоустройства в госсекторе. Эта встреча была, во-первых, очень интересная, во-вторых, очень информативная. Теории без практики не существует. И сегодня нам также рассказали, что мы можем пройти эту самую практику именно в государственных органах, увидеть, как работает аппарат госорганов. Я считаю, что это будет очень интересный опыт поступить именно к ним на стажировку и узнать, как работает государственный аппарат изнутри, потому что это можно узнать только на практике, все эти тонкости. Это все очень интересно и дальше будет, я думаю, очень нужным в последующей работе. Встреча со студентами юракадемии стала возможной благодаря тесному сотрудничеству вуза как с территориальным подразделением юстиции, так и с центральным аппаратом ведомства.